А припустимо, що ви знову станете президентом, чи будете ви далі гарантувати, що Білорусь не стане другим фронтом агресії Росії проти України? Неужели в Украине еще в этом сомневаются? Я уже не один раз возвращался к этому вопросу и говорил. Еще когда Александр Турчинов был исполняющим обязанности президента, мы встретились на нашей с вами реке, на Припяти, и он мне искренне признался, как давний мой знакомый, задав мне вопрос, когда мы один на один остались, и говорит дословно: «Я не хотел перед журналистами задавать вам этот вопрос, потому что не знал на него ответа. Но вы мне скажите, вы гарантируете то, что вы сказали, что наша Беларусь, то есть Беларусь, не станет какой-то площадкой агрессии против Украины?» Ну, он более конкретно его задал. Я говорю: «Этот вопрос ты мне задашь при журналистах. Мне скрывать нечего». И я тогда на него ответил: «Беларусь никогда не будет площадкой для атаки на любое государство, запомните. Никогда». Мы выполнили свое обещание? Выполнили. Сегодня трудно, сложно, даже Петр Порошенко вчера или позавчера признал, что вот этот мир в Донбассе, который был выстроен и прописан здесь, в Беларуси, он стал перемирием. То есть даже президент Украины, который выступал радикально, я не осуждаю его за это, он президент, ему видней, он уже заговорил о том, что уже наступило перемирие. Значит, скоро будет мир. Я в этом убежден. И у вас вообще отпадет этот вопрос, будет ли Беларусь каким-то агрессором или пособником агрессора. Это касается не только Украины. Подчеркиваю, это касается всех. Но не дай бог, кому-то захочется бряцать у наших границ оружием. Не дай бог. Я тоже отвечал недавно на этот вопрос. Давайте жить мирно. Слушайте, ну хватит этих войн. Они везде идут. Малые, большие конфликты, холодные, горячие. Хватит. Мы же родные братья. Что мы делим? Что мы делаем? Делим. Русские, белорусы, украинцы. Делить-то нечего. Пора уже жить мирно, никому не мешая. И не влазя во внутренние дела того или иного государства. Я спокойно к тому отношусь, что Украина хочет попробовать евросоюзовского хлеба. Пожалуйста. Я вашим руководителям об этом говорил. Но, попробовав этого хлеба, вы должны иметь в виду, что за последствия вам придется нести ответственность. Я намекаю на то, сможете ли вы конкурировать в Европейском Союзе. Как показывают вот эти моменты, Евросоюз вам открыл зону свободной торговли, вы практически имеете. Ну и что вы продали в Европейском Союзе? Не так просто. Мы попробовали своей переработкой сельского хозяйства, которая на порядок выше, чем в других республиках СНГ, выйти на европейский рынок. И наши предприятия некоторые вышли, но я знаю, чего это нам стоило и скольких лет это нам стоило. Только по одному из направлений. Но все остальное, что мы с Украиной производим в Европейском Союзе, есть. И туда не просто будет прорваться, не только в силу конкуренции, но и в силу тарифных, нетарифных мер защиты европейского рынка. Поэтому мы спокойно на это смотрим. Уверен, что... Я не уверен. Я знаю, что уже и Россия успокоилась в этом плане, увидев, насколько вы с Европейским Союзом продвинулись в зоне свободной торговли. Поэтому это ваше право. Извините, что я об этом говорю. Вы выбрали свой путь. Мы его уважаем. Мы будем приспосабливаться к тому, какой вы... какую политику вы исповедуете и какой курс будете преследовать. Мы приспособимся. Мы ни в коем случае не критиковать вас не будем, если это не касается нас. Мы не будем противодействовать этому никогда, потому что мы родные. Я так понимаю, может, вы по-другому. Но вы нам не подбрасываете больше боевиков. Мы уже устали на границе их задерживать. С гранатами, битами, пистолетами, боеприпасами. Я уже устал читать эти доклады и смотреть эти кинофильмы и разного рода фотографии. Не надо, давайте жить дружно.